Всем привет! С вами Ярославна Громакина, и сегодня я расскажу, как можно натренировать наш мозг. Итак, будем развивать работу наших обоих полушарий. Для этого возьмите два фломастера, можно взять маркеры или карандаши. Если у вас ничего нет под рукой, не откладывайте на завтра, не думайте, что вы сделаете это через какое-то определенное время. Делать надо все сейчас и сразу. Если у вас даже под рукой ничего нет, берите ваши пальцы и водите ими так, как будто вы что-то пишете. Так, берем два фломастера и начинаем писать одновременно. Например, мы попробуем написать какое слово. Давайте «я тебя люблю», да? То есть вы пишете одновременно и левой, и правой рукой. Да? Я сама делаю это задание в первый раз. Почему-то у меня одна выше, другая ниже. Давайте попробуем писать как-то, я не знаю, поровнее. Обычно в обычной жизни мы не делаем этого, поэтому начинает работать и второе полушарие также, да. Теперь попробуем написать опять «я тебя люблю», но как бы отзеркалив, например, вот так. Я. Это уже будет. Очень хорошо тренировать ваш мозг, чтобы он... Да, но здесь, конечно, вообще нечитаемый текст получился. Давайте попробуем наоборот, может быть, наоборот. Ага. Так, я... Ну вот, можете попробовать даже написать, не знаю, вниз головой, да, как мы будем писать, в какую сторону. Я. Как она должна выглядеть? Интересное, да? Да. Люблю. Вот. Это простое упражнение, которое позволит вам расшевелить ваши извилины. На сегодня все. Попробуйте повторить. Всем удачи!